Так, на заднем фоне Кремль должен быть. Уже есть. Хочешь сказку «Дверь открыть» и увидеть новый мир? На летающих машинах пронестись через эфир? Наполняться добротой? Созидать его с душой? Вместо рабства потрудиться? Быть в согласии с собой? Электричество поймать и рукой им управлять? Быть богатым и безвредным? В мир свободу прославлять? Честным людям помогать? Если за руки возьмемся, станем силой без труда, как глобальная волна, что несет судьбы прорыв под названием «Техновзрыв».